Буква «Э» в этом имени наделяет умением видеть подоплеку событий, изнанку людей. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». В любви выбирает партнеров, которые будут поддерживать их устремления и разделять весь спектр эмоций, но не позволяет ему быть лидером. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Художественные, артистические и литературные способности этим людям присущи необычайная интуиция, интерес к экзотерическим наукам, отсутствие комплексов, желание руководствоваться собственными этическими нормами. Зачастую обладатели этого имени делают акцент на доверии, верности, являются хорошими друзьями, отлично ладят с окружающими. Эти люди ценятся окружающими за их великодушие, благородство и щедрость. Они постоянно живут делами других и часто по отношению к своим знакомым и друзьям играют роль человека, которому можно поплакаться в жилетку. Такая забота о ближних нередко вредно отражается на их обязанностях перед собственной семьей. Эти люди ответственны и терпеливы. Немало проблем людям с этим именем доставляет их необузданный воинственный характер. Они часто беспричинно вспыльчивы, импульсивны, редко считаются с чужим мнением и уж точно не допустят стороннего влияния. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Этим людям можно верить, они верны своему слову. В большинстве своем люди с этим именем бесстрашны и верят в людей. Им по силам преодолеть любое препятствие на своем пути. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Они могут занимать руководящие должности. Несгибаемая воля этих людей все заставит довести начатое дело до конца. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.